Вот сегодня мы, это у нас 24-е должно быть. 24-е или 25-е? 25-е. А тут ничего не показывает. Июля. Вот поехал, наказывал Терентий, чтобы возил. Посадили мальчишку. Куда проехать мимо, а обратно задним ходом начал вилять и застрял. Когда камни наложили, наложили тут для коров, для прохода. Ну все, размокла глина-то. Теперь коровам решили бордюр только оставить. Вот. Вон там Владимир берет. И дальше. И где он? У тебя конец где, Володя? Покажи тот конец. Нет, дальше-то докуда? Угол. Вот. Вот до сих пор надо землю убрать. Это бульдозер надвинул нам на камни. Я ему сказал. А какой толщины не знали, а тут получилось на целый штык земля. Ну и ясно, что размокло, идти нельзя, убрать надо. Сережа, ты эту хорошо убирай, иначе пузом сядешь на нее. А там сделайте, чтобы машина легко выходила. Никита. Я пошел сейчас к своему бульдозеристу. Трубку у него выбило, стартера, бензин вытек и завести не мог. Вот входил пока в деревню, и получилось 2 часа 20 минут обед у него был. Камень все-таки свалили, где не надо, далеко побоялись. Терять этого не было. Вы не уходите только скоро-то. Сначала все проверьте по камням, чтобы машина прошла. Сергея прогоните тут по машине-то. Пусть он пройдет и нормально будет. Воды много стало. Поднялась вода здесь. Вот это вот забивали, уже все по-сухому было. А сейчас, видите, как сразу утки появились откуда. Сережа, если камень не трогать, до камня доходить, не шевелить камни. А эту грязь себя выкинуть. Я вчера нашел, Володя. Вот на этом столбе щипцы лежали. Я нашел человека, который вложил их туда. Потом здесь проверьте, вот расширьте колею. Все, пошел. Какие облака, красота какая. Неописуемая. Это мы в лагу. Вот все небо, все. Абсолютно в облаках, как кто ваты набросал. И тут мы находимся прямо посередине какой-то трассы мировой. Полвторого летят самолеты. Летят они, как сказать, и на юг. Почти. Куда на юг? Китай? Не знаю даже, на юг. Так, Володя, ты посмотри, там он, Владимир, копает. Надо ли, не надо копать? Там быть должен заезд ровный. Если там камней нету, наложить камни. Бульдозер пройдет, вдавит их. Там уже камни должны лежать.